Второй матч между сборными России 25 и Белоруссии получился достаточно насыщенным на события. Хоккеисты обеих команд вдоволь покуражились на льду, забросив на двоих 8 шайб. Такая результативная игра не могла оставить равнодушными зрителей на арене. Россия в нашем сердце. Мы болеем за Россию, поэтому все великолепно. Спасибо большое организаторам. Сегодня были быстрые голы, в более быстром темпе начали играть. 1-0, 2-0, 3-0. Это очень хорошо. Челябинский болельщик – самый крутой болельщик в России. В повторной встрече судьба была предрешена еще в первом периоде. Как и в матче открытия турне, главной ударной силой в составе российской команды был Валентин Зыков. Сегодня нападающий СКА оформил дубль и сделал две голевые передачи. Защитник трактора Илья Карпухин также не остался в стороне и сумел проявить бойцовские качества. У меня был момент, я вступился за партнера, да, там мой оппонент просто категорически отказался скидывать перчатки, и чем помог своей команде, да, уравнял, то есть у нас было сначала преимущество, большинство, тут он меня, можно сказать, спровоцировал. Олимпийский чемпион по хоккею шайбой Владислав Третьяк перед началом второго матча в Южноуральской столице рассказал о главной задаче международного турне. Главная задача – популяризация своего вида спорта, чтобы как можно больше мальчишек, девчонок пришли в спорт после таких матчей. Тем более здесь, в Челябинске, здесь любят хоккей. Очень здорово, посмотрите, билетов нету, народ, праздник. Следующие матчи «Россия-25» проведет столица Казахстана, после чего национальная команда отправится по маршруту Красноярск-Тула. Завершится международное турне противостояниями в Минске 15 и 16 мая. Фонд поддержки спорта Челябинской области был одним из соорганизаторов масштабных соревнований. Василий Ермоленко, Андрей Грищук, 31 канал.